Здравствуйте, дорогие наши подписчики. В прошлый раз мы выложили в интернет творчество нашего главного инженера, руководителя проектов. Пришло очень много вопросов о том, как устроены эти часы, из чего они состоят. Сейчас я вам постараюсь их разобрать и показать, из чего они и собраны. А в конце будет список компонентов. Давайте сначала удостоверимся, что они все-таки работают. Работает. Выключаем. Теперь начинаем разбирать. Ну, тут видно, да, что аккумулятор не поместился внутрь корпуса. Пришлось его сделать снаружи. Тут 4 винтика. Бокам уплотнительная, так, 4 винтика, очень красивый ремешок, кстати, подобрал наш инженер. Так, раскрываем, и мы давайте не пугаться, как говорится. Так, ремешок легко убирается. Дальше. Что внутри есть? Тут, видите, как говорится, изолента. Ну, давайте сначала отключим наш аккумулятор, чтобы ничего не замкнуть. Так, аккумулятор мы отключили. Так, аккумулятор идет через выключатель. Все, теперь видите, тут изолента. Изоленту можно хорошенько. Не забываем, что устройство собрано на коленках, поэтому не пугайтесь, если увидите провода. Что мы тут видим? А видим мы тут наши любимые ESP32. Это вот целая плата ESP32, скорее всего, от компании LilyGo. Это вот внешняя флешка. Чувствую, что глубже мы залезть не сможем, потому что там все залито компаундом. Ломать мы, конечно же, это дело не будем. А на самом деле я просто-напросто предоставлю под видео список компонентов. Ну, получается, что на этом у нас весь разбор закончился. Могу только сказать, что это датчик АПДС 9060, так называемый датчик жестов. Все, на этом наш разбор часов закончился. Спасибо за внимание.